Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро. Сегодня мы рассмотрим такой расклад, который у нас была и любовь, то есть прошлое, да, где первая карта нам скажет характеристика отношений. Характеристика отношений у вас, она не закончилась, она у вас в движении, и в ближайшее время вы поедете на встречу со своим любимым. Чем эти отношения были для вас? Вас все устраивало, да, в какой-то момент наступила апатия, что вам сейчас ничего не хочется. Так, чем эти отношения были для вашего партнера? Очень много эмоций, очень большая любовь, через край всего, то есть, да, все было через край. Как вы воспринимаете партнера? Вы воспринимаете его, что он обладает магическими способностями, да, друг друга чувствуете на интуитивном уровне, можете общаться через сны, через какие-то другие моменты, там, да, телепатическим путем. Как партнер воспринимал вас? Ну, он воспринимает, что вы такая девочка, которая флиртуете налево и направо. Так, что вас цепляет в этих отношениях, почему вы не можете отпустить? Отпустить, потому что вы такая охотница, и почему-то вы должны отпустить то, что вы завоевали, да? То есть вы завоеватель, вы победитель. Так, что думает бывший партнер по поводу этих отношений в настоящее время? Ну, у него очень много претензий по поводу вас, у него очень много обид, он хочет встретиться и высказать вам все, что он о вас думает, причем не в лицеприятной форме. Что вы должны осознать, какой урок должны извлечь из этих отношений? Из этих отношений вы должны осознать и извлечь урок, что ему надо помочь еще, главное дело. Очень хороший такой урок, да, то есть... Мало того, что помочь, может быть, еще и какие-то подарки купить. Ну, то есть, не нужно, я так понимаю, не нужно злиться, не нужно сердиться, как-то, так скажем, задобрить своего партнера после того, как он вам еще и выскажет что-то нелицеприятное, да? Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, мы рассмотрим вашу ситуацию.